Ребятки, всем привет! Работаем сегодня с КамАЗиком на Мерседесике. Приехали за карьерным песком, везем его в Лебяжье. Сейчас сделаем два песка, потом едем сразу в Гаврилово, грузим два щебня. В карьере вон уже озеро. Прикольное. Песочка тут накопали какого-то красивого. Наверное, карьерник будет грузить. Блин, сейчас будет мокрый и тяжелый песок, скорее всего. Судя по следам погрузчика. Ладно, сейчас погрузчика найдем. Разберемся, откуда грузиться. Че мы на погрузочке? Нашли карьерный песочек. Песок кайфовый, просеянный. Походу даже. Только качество он пониже. Накрылись. Выдвигаемся в две машинки в Лебяжье с песочком. Надеюсь, там экскаватор уже все раскопал. Подготовил под нас площадку. Мы сейчас разгрузимся и сразу же попрем в Гаврилово. Либо вместе, либо Санек разгрузится и поедет сразу же туда, в Гаврилово. А мы подождем, пока экскаватор-погрузчик разровняет, и уже там уже дальше будем тоже разгружаться и поедем. Ладно, посмотрим, как будет. Да, накрывашечка совсем себя плохо чувствует. Порвалась с левой стороны. Мы приехали в Санта-Флора. КамАЗик поехал на разгрузку. Мы пока стоять будем. Ждать. Сейчас КамАЗ сначала разгрузим, а потом будем заезжать уже мы на разгрузочку. Потому что там негде развернуться, негде встать. И все вот эти вот движения неудобные. Садоводческие. Да, я думал, здесь заезд сделают, выберут. Они не стали выбирать. Поэтому как там, блядь, здесь сейчас посмотрим. Не очень удобно, конечно. Заезжать будет. Ну ладно, посмотрим сейчас. Все, первую разгрузили. Здесь так немножечко режет, конечно, КамАЗ. Дорогу немного подпортили, но ребята вроде как подровняют ее. Ничего страшного. Все будет великолепно. Ждем Мерседес. Сейчас посмотрим, как Мерседес будет заезжать. Узкие ворота, очень узкие. Вообще как бы не для наших машин. Мерседесику тяжеловато. Нормально выехал, только заезжаем на чужой как бы участок. Единственное, что не очень. Так, в принципе, без вопросов. Четырехвостка рулит, четырехвостка поворачивает. Это КамАЗ, блин, тащит его переднюю ось. Четырехвостник огонь. Ладно, поехали за щебнем. Еще приехали мы в Гаврилово. В намордниках. Все по правилам.
выписал я уже талон. Санек тоже выписывается. Едем на склад грузиться. Так, ну что, мы уже начали грузить. Щебень у нас получается со снегом. Снег в щебенке. Попадается немного снега в щебенке. Здесь заказчик не будет ругаться, что мы ему такой щебень привезем. Сейчас, правда, весы будут нам немного врать, потому что щебень сыроватый. И, возможно, у нас покажет больше кубатуры, чем нам нужно. Посмотрим. Погрузит еще. Что у нас? Не было печали. Застрял тут у нас в колесике немножечко. Пойди-ка, дай смотреть. Дай ребятам взглянуть. Настя, это что, я вытащил? Подвытащил? Чуть-чуть подвытащил. Ну давай, вытаскивай. Сейчас вытащим. Если не зашипит, то огонь. Зашипит, придется ехать в шинку сейчас. Либо здесь будем запаску ставить. Да-да-да. Такая вот шляпа здесь. Да. Сейчас возьмем что-нибудь, ее подковырнем, какую-нибудь монтировку. Монтировку, мать! Такая вот у нас больничный. Ерундятина была. Прикиньте, нам повезло, что она зашла у нас сюда вот. В бок так получилось. А не проткнула нам эту. Была бы острая, наверное, вошла бы полностью туда. Проткнула бы колесо, скорее всего. Ладно, пронесло. Надо ее выбросить, в мусор посходить. Чтоб больше никто на нее не наехал. Ладно, что мы, я уже накрылся. Сейчас КамАЗ посмотрим. Может быть, не будем накрывать. Потому что, блин, пипец, накрывашка, конечно, растрепалась. Сейчас сверху подуберем. Нет, будет огонек. Решили заехать на Shell. Чайку попить немного. Потому что у нас приемка не очень-то сильно ждет. Рано. Поэтому сейчас здесь немного тусанем. Поедем на разгрузку. Чайковского глотнули, поехали дальше. КамАЗ не стали накрывать. Думаем, спасем накрывашку нашу. Сейчас реечки прикрутим. Лёг, принимаешь? Будет все отлично. На месте приехали. Сейчас КамАЗик разгружается. Я пока пойду раскроюсь. Крывашечку сниму и буду ждать выезда КамАЗа. Потом, собственно, и будем заезжать уже. Вот щебень. Сейчас посмотрим. Щебень со снегом зимним. Царапины на колесах появились. Вот так чуть-чуть начал таять, подкапывает, да. Есть немного, есть. Ладно, раскрываемся. Потихонечку. Погружаем щебенек. Вместе со снегом. Так, приехали мы домой, на базу. А водитель еще поехал за одной машинкой. Ну, не за одной машинкой, а за половинкой. 10 кубов у нас заказали. Я его отправил также на завод, скатается, сейчас быстренько привезет. И все, закрываем вопрос с этим объектом, вроде как больше ничего не нужно туда. Так что на сегодня все. Мерседес на базе, КамАЗ сейчас через там пару-тройку часов тоже вернется. На нем сделаем, может быть, накрывашку подделаем там, греечки, как я уже говорил. Посмотрим, сейчас решим вопрос этот. Сейчас 10 кубами-то там вообще полкузова будет, там накрываться-то точно не надо будет. Поэтому как бы без накрывашки поедет. Как-то так. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.